Безусловно, хотелось пожелать Донецку мира, обретения независимости от этих бандитов и террористов, которые захватили родной Донецк и другие города. Безусловно, хотелось бы, чтобы мы восстановили там истинную украинскую власть, и чтобы Донецк вздохнул и зажил обычной жизнью. Чтобы мы залечили те раны, которые сегодня видны по всему Донецку. Чтобы каждый человек знал, что у него будет возможность работать, возможность учиться, возможность перемещаться в свободной Украине. Поэтому Донецк – это особая боль у каждого из нас. И нам хотелось бы, чтобы он быстрее вернулся в лоно нашей независимой Украины.